Так, Гриша, в Киев я тебя звал, ты не приехал. В Харьков я тебя звал, ты не приехал. Одесса, Гриша, прекрасная весенняя, практически летняя Одесса. Гриша, смотри, я сейчас гуляю по улице Ришельевской. Дюк де Ришелье. Дюк, Гриша, означает герцог. Я вот подумал, хватит тебе уже обходиться как-то медальками, грамотами, благодарностями. Пора тебе тоже взять титул. Возьми себе титул герцога. Дюк. Хорошо звучит. Григорий Озаренок Дюк. Длинно, правда, можно покороче, исключительно инициалами. Г.А. Дюк. Красиво, Гриша. Правда, Гриша, тут есть одна проблема. Смотри, Дюк де Ришелье был генерал-губернатором, то есть человеком военным, заслуженным. Ну а из тебя какой военный, скажи мне на милость, а? Предлагаю, ты у нас будешь мирный дюк. Мирный дюк Григорий Озаренок. Это и по-английски красиво будет звучать, а, Гриш? Соглашайся. Гришань, мирный дюк.